освобождение от любого суда и преследований, любых долгов и в земной жизни, и после нее, к высшему судье бездны. Для проведения ритуала магу нужно получить согласие от высших сил. Если не слышите, то проводить запрещено. Это индульгенция от земного и небесного суда и отпущение всех грехов, долгов. И если получили согласие от высших сил, то приступаем к ритуалу. Атрибутика и время суток значения не имеют вообще. Но или красиво оформленный алтарь, или красивые виды природы. В теплое время года лучше под открытым небом. Если ничего нет вообще, то говорим под лунным светом, когда видна луна. Вначале призываем. Высший суд, прошу, услышь меня. Тебе явиться и судить маг призывает. И сделайте паузу несколько секунд или минут. Дайте силам время на обдумывание вашего ходатайства. И продолжайте. Сегодня вас прошу меня назначить адвокатом, а после это передать другому. Эта ноша слишком тяжела. И я прошу о милосердии, хоть оно бывает тут так редко. И отпустить грехи, списать долги. Я вас прошу и заклинаю. И рассказывайте, за кого и о чем просите. Если маг получил разрешение на ритуал и просит за себя, то он его получит на 100%. Если за другого, то решение может быть любым. Но откупы тут обязательно золотом. Без оплаты приступать к ритуалу магу запрещается категорически. Если просили за себя, а списывать нечего, то дар и откуп не нужен. Если много, то бутылка литровой водки вылить на кладбищенский перекресток и серебро на кладбище оставить. Откупаюсь. Если много, то 20 грамм хорошего золота оставить на кладбище.
Откупаюсь. И 1 литр хорошей водки выливать неделю, каждый день на кладбищенский перекресток. Откупаюсь. После индульгенцию вам дадут.